Прикольно, у них кандалы. Алиса, пинг-пунг прошли, да? Читаем. Подъем 6.00, 6.30 перекличка, 7 проверка пленников, 8.00, если проверка пленников. У них еще и график есть. Расписание. 9.00, отповедь отца. Откуда взялся? 0 помыть пленников в клетке водой и шесть. Новый пленник, главное, вечерняя молитва. Ебать. Это важно. Сейчас рванет, чувак, отходи, отходи, отходи. Рванет, рванет, как думаешь? Да, рванула. Долго горела. Ладно, давай, женщина, что скажешь? Спасибо, что спас. Я Джесс. Джесс. Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. Датча? Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Самоубийца! Я не знаю, самоубийца. Ты откуда взялся? Ладно, начну сначала. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Обожатель. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Он людей разделал. Я почти его нашла, но нарвалась на патруль эдемщиков. Помоги мне. Нельзя дать ему уйти. Если ты хочешь выйти на выживальщиков, это твой шанс. А что еще важнее, ты поможешь отправить этого злобного ублюдка на тот свет. Идем. И так потеряли кучу времени. Злобного больного ублюдка. Сюда. Че она говорит? Надо найти злобного больного ублюдка и обоссать его. Окей. Это наш цель. А че не стрела торчит? Где? В жопе? Не, у меня что-то стрела, короче, рядом летает. Видишь? Не, у меня нормально. Давай быстрее, блядь. Заживо. Да? Если здесь заживо. То есть он берет такой в рот писюн чей-то и жует его. А если человек не успел обосраться, то он и как его... У меня в руках граната! Я дурак, блядь! Его ты дурак! Ты убил женщину. Давай, вставай, подруга! Самое интересное, что я выжил. Она, видишь, а тут не девочка, нежное существо с хорошей ля попуай. Давай, давай, я тебя присуну потихоньку. Ты видал ее харюху? Ну, пакет на голову и нормально. Нормально, да? Пойдет. Может, у нее там пониже все норм. Давай, давай, беги. Че так долго бежишь, шкурка? Сварить зелий. Вот что-то она тормознула. И, так и Никс. Чувак. Хорош. И, кстати, можно приказывать убивать. Я на кнопку выставил, типа приказать атаковать напарнику, и она снимает бесшумно, и она даже убивает. И когда она убивает, это считается как лоти. Понял? Да? Что тут у вас, пацаны, было? У тебя не выставлено на мышку? Не. Выставить, чувак, полезно. Ну, потом. Опять тут. На месте. Сейчас отряд, блин, зачем?
Я слышу какие-то крики. Посмотрим. Освободите пленников лагеря, осталось. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу. Надо, чтобы не убили, похоже. Обращаются с людьми как с животными. Я подсветился. Сейчас еще черно. Ну, понеслась. Я меняю позицию. Так, ну я готов снять любого. Снимай. О, там возле пленника прям какой-то хуй. Там пулеметчик, чувак, можешь пулеметчика снять? Нужно пулеметчика снять и, блять, чувака возле пленника. Бронебойным. Ну а каким? Давай, я чувака снимаю. Ладно. Может ты пулеметчик бронебойным? Бля, ну да, ну я сяду с ним с первого раза. Тогда ты если снимай чувака, который в этом самом. Пиздит вон пленника, видишь? Клетки. Сейчас. Подожди. Папа. Ну убивай, короче, пленника. Что это, блядь? Мечик. Сейчас он пошел куда-то, Питер. Все, тормознет. Я снимаю. О, хорошо, он прям становится. О, вообще. Я МКшку снял. Так, ебашь всех, чувак. Минучек отъехал. Ебать ты его. Такой по яйцам. Нормально всех отработал. Я умею так, как ты, блядь, не пишешь. Все пленники выжили. О, еще кто-то едет. Или что это? А машина подъехала. Сгонарил. Помоги мне. Спасибо, помощник. Помощник. Не помощник я вам. Тихо-тихо, ты по этой паре. Вытащи. Спасибо. Да ты не ссы, я у. Есть еще люди. Повар забрал их в горы. Боже. Давай, давайте, выходите. Ты в горы его возьми. О, еще дальше. Знаешь, почему его зовут поваром? Почему? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Бля, надо бежать за ней. С родителями и детьми. Он хотел посчитать. Их голодать. Бля, у меня патроны кончились, бронебойные, прикинь. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались напилась мочи, блядь. Но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда так, он вздернул родителей ну, на что, столбах под палящим солнцем. Так, стоп. Я что-то слышала. Ой, что там да? А я думал, почувствовала, когда я к тебе пристроился между ног. Так. И чё тут? Опа, палево. Какое-то палево. Их сейчас казнят. Иди первый, я за тобой. Конечно, я первый. Если они нас заметят, то убьют пленников. Так, я готов снять снайперка. Бля, они палят. Бля, они палят нас. Не палят. Все. Че, снайпера снимешь или мне снять? Сейчас, подожди, я замыкаюсь. Потому что снайпер палит прям пленников, снимает. Так, а те просто ходят? Ладно, тогда попаси нижних, я тогда по снайперу работаю. Готов. Ой, даже никто не согрелся. Давай. Готово. Черт, нас же спалят. Не спалят, нормально все. Пизди меньше, блядь. Профессионалы работают. Вот так вот. Ни одного это гражданского не потеряли. Да. Спасибо тебе. Тебя скоро опустят. Бля, ты чуваков сжигали, прикинь. Жесткая хуйня. Пойдем. Не пойду. Не хать. Бешенство матки нас ведет куда-то. Ты помочь хочешь? Надеюсь, ты нормальный. Так вот, их у нас хватает.
Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Накормил их говно, да? Умоляли. Родители скормился. Повар предложил им свинину. Они согласились. Что круче, накормить их родителей. Он подошел к родителям. Снял с них. Что более отвратительно? Начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Жесть, какие-то ужасы рассказывает. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Банды. Да, этот повар будет жестко от моей пятки страдать. Да, просто застрелит. Ну, я его потом затопчу мертвого. Вышли охотничьи. И чё? И нихуя. Куда бечь, женщина? Скоро поросят не осталось. Он рассмеялся. И поджёг тела родителей. Воздух Садюга. Наполнился сладким запахом горящей плоти. Сладким? Это невозможно забыть. Ебать, там я слышу, уже кого-то пытают. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он был. Ну да понятно, это было изначально. Психопат, маньяк, убийца. Там как в Нью-Вегасе. Вейдер. Я слышал, что кто-то уже режут. Давай быстрее беги, там люди умирают. Добейтесь до выходной позиции. О, нормально. Ты можешь нормально бегать. Подберемся поближе. Оп. Хуя там компаунд. Слабые, грязные, недостойные. Вот он. Их души увязли в грязи. Слабые, грязные, недостойные. Работаем по этому говнюку. Подожди, еще не сижу. Вот это можно снять, кстати. Да, у меня палец. Слабые умрут! Благодатный огонь очистит вас! Стрельни ему вот это... бак. Бля, палец, подожди. Ни одного снял, там хотел какой-то хуй. Я в бак его. Эта мразь заслуживала худшей участи. Ну все, я такой. Бля, увидел. Лох. И чё, всё? Ещё один где-то. Где-то кто-то палит. А, вон он. Свободен. Всё. Худшей участи заслуживал. Да его и так разорвало после как свинью. По-другому, кстати, этого огнеметчика никак не убить было бы. На самом деле. Заяц? Мне даже ничего не осталось, прикинь. Разорвало, ублюдка. Ебать, сын. Бачичок, пригвозди. Жесть. Ты испугался, что ли? Тебе страшно? Да вообще, у меня очко жим-жим. Хочешь, я тебя обняму? Эти жалкие грешники продолжают убивать наших. Церкви больше. И не такие бездарные, они не заслуживают праведного огня. Я в домике, чувак, зацени. Пусть их крики станут нашими. Так, мы вознесемся в рай. Манифест? Мы тут сожгли пацана. А кто повар был? Огнеметчик или жертва? Не знаю. Огнеметчик, походу. Ты повар. Ты повар, мужик. Ты это какой-то негр. Бородатый. На тебе, ублюдок, на! Ненавижу тебя, ублюдок. Бать, мясо чего? Хочешь фарш? О, а если его в огонь? У меня есть идея. Ну-ка.
Пошли, мужик, в огонь. В огонь. В огонь. Лезь в дудку, мразь. Так. Огонь уже идет к нему. О, нормально. Так, прожариваем. Он такой себе щекурочки. Так. Пердак ему. Чё ты здесь, блядь? Я новый повар. Это заразно. Тебе помочь? Давай, и тебе помогу. Красиво, не? Тебе больно, а я причем? Не, я тебя поджигал. Это как, знаешь, это самое, смотрел видос. Ебать там. Чувак какой-то воздух другому чуваку в жопу засунул, ну типа как компрессор воздух дует, да, в это самое, по шлангу. И он чуваку в жопу засунул, и тот сдох, прикинь, типа. Я хуею, блядь. Он чисто по приколу, чисто к нему, просто поднёс буквально там на секунду, прикинь. И чувак наполнился воздухом и сдох. Я вообще в охуе. Так, ладно, давай, чё скажешь? Женщина. Повар мёртвый. Я ничего не чувствую. Ты ничего не чувствуешь, да? А если я тебя вставлю, я почувствуешь? Я всегда хотела найти его. Ну, отлично. И вот... Чё, потух уже? Что мне теперь делать? Чё-то как-то легко вообще тут всё это проходит, на самом деле. Значит. Насчёт секты и Лая. Может, и тебя. Тебе это как, я... фарш нужен-то? Дёшево. Фарш. Нужна будет помощь. Да иди сюда, посмотри. Скажи ей. Все позвать и слушай эту шлифу. Бери, будет с нами бегать. Спасибо. Нас. Спасибо тебе за все. Типа она еще усиливает стелс, типа. Пожди. Спасибо. Типа, где фарш, ты знаешь? Смотри, котлет можно наделать, представь себе. Ничего, взять его? Горю. Ты решил поджарить. Да, она. Я понимаю, это опор. Почему-то. Тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь. Прикольно, блин. Так, не убивай мою женщину. Давай, детка, я тебя присуну. Хочешь, я тебе полоснуть? О, нихуя, я тут побежал, хуй. Ебать, это будет. Все? Еще кто-то едет. Ты кто такой? Не убивайте гражданских, блять. Я думал, ты дымщик. Хочешь, я тебя погонять свой дробаш? Да, не надо. Я и с этим неплохо пока своим. Я потом себе куплю.